Установка рекламных конструкций или вывесок считается незаконной, если она не согласована с муниципальными властями. Во многом из-за этого в Черкесске с начала текущего года с городских улиц и фасадов зданий демонтировали около 350 различного рода конструкций. Что необходимо знать тем, кто желает выставить на всеобщее обозрение свои товары или услуги, выяснял корреспондент Артур Мхце. Аккуратные дома без лишней кричащей рекламы, дороги без огромных щитов, создающих помехи автомобилистам. Лет 7 назад жители Черкесска о подобной роскоши для глаз и не мечтали. Разумеется, наведение порядка в сфере наружной рекламы не было легким процессом. Даже сейчас встречаются люди, искренне верящие, что можно где угодно, никого не спрашивая, установить щит, баннер или растяжку. Щиты, растяжки, они у нас незаконные, если они размещены на ограждениях, если они просто прикреплены к деревьям. Была проведена огромная работа буквально недавно по устранению этих нарушений. И это является нарушением. Они должны быть размещены в специально установленных местах, определенных местах, которые утверждены схемой размещения рекламных конструкций. Там они должны и находиться. Ежегодно под запрет подпадают сотни рекламных сооружений на основных городских улицах. От 350 Черкесску удалось избавиться в текущем году благодаря работе специалистов отдела по наружке. Кроме того, за этот же период собственникам конструкции были выданы около 300 предписаний на демонтаж незаконной рекламы. С другой стороны, 10 человек решили пойти правильным путем. Сперва получили у городских властей разрешение, согласовали размеры и содержание, после чего установили рекламные носители. Перед тем, как устанавливать какую-либо конструкцию, либо рекламную, либо вывеску, необходимо обратиться в Управление градостроительства и архитектуры мэрии муниципального образования города Черкесска. Только после того, как получили разрешение, уже можно изготавливать и устанавливать данную конструкцию. Стоит помнить, размещение рекламных конструкций без согласования с городскими властями приведет к ненужным проблемам и дополнительным финансовым тратам. Всю необходимую информацию можно получить в Управлении градостроительства и архитектуры. Артур Мхце, Олег Молхожев, Вести, Карачаево-Черкесия.